Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Луны Тюнес. Ну что ж, давайте пособираем все, что мои герои накопили за это время. Так, иди, Элмер, чисти дробовик. Так, Даффи, там тоже надо задание ему дать. Восхищаться собой. Так, и у нас, я смотрю, сундучок активировался. Давайте посмотрим, что в нем будет. Так, деньги, опыт и всякие плюшки. Понятно. Так, Сильвестр тут у нас спрятался. Давайте тоже ему дадим задание искать север. Все, никак он его не найдет. Пигги. Так, давай тоже иди, поливай маргаритки свои. И еще у нас один сундучок активировался, так что давайте его вскрывать. Так, деньги, опыт, листик, кирпич, листик и наковальня. Ну что ж, я думаю, что это нам все пригодится. Так, еще Сильвестр у меня там ходит. Подождите, что-то подглючивает немножко. Ну, ничего страшного. Давайте откроем этот сундучок. Что в нем? Так, опыт и плюшечка одна. Ладно, в принципе, нормально. И у нас, как видите, активировалась какая-то карточка. Так, ага, мы можем открыть ему новый скилл. Ну что ж, хорошо, называется «Тебе водить». Специальная атака причем. Ну что же, очень хорошо, теперь у нас у свинюшки будет еще один скилл дополнительный. Так, Сильвестр, ковбой, что тебе можно? По ходу дела ничего, но можно ему поднять немножко опыта, да? Ладно. И пока, наверное, на этом все, ребята. Так, давайте-ка вот сюда вбухаем в него. До 10 уровня его прокачаем. Получится у нас по деньгам-то. Да, ребята, вполне укладываемся, так что пускай он будет у нас по максималке раскачанный. Ха-ха. Почему его называют ускользающий защитник? Вот это мне, конечно, очень интересно. Так, кнут, это у него базовая атака, да? Парад быков, быстрые ноги. Это мы как-нибудь с вами выучим потом. Кот из шоу, двойное уклонение и проворное движение. Вот что у него будет в дальнейшем. Смотрите, тут у нас койот, бабуля вот эта вот странная какая-то у нас откроется скоро. Забираем ежедневные цели. Нет, рулетки у нас, к сожалению, нету. И здесь тоже ничего нету. Так что нам пока это все не пригодится. Свинья, вот что ты мне даешь, если тут ничего нету, а? Я не понимаю. Так, здесь, ага, одно задание не добрали, видимо. Теперь у нас все нормально. Ну что, вроде бы как все, можно, наверное, идти и воевать. Кого бы взять-то нам? Так, ну давайте, наверное, вот этого, да? Я думаю, должны справиться. Так, по силе мы его превосходим. Так что, надеюсь, проблем никаких не возникнет. И мои герои справятся. Так, ну что, поехали. Ага, пип-пип, он начинает с урагана. Ну, а мы тогда приступим с парада быков. Да-да-да, к тебе пришли. Слушайте, довольно неплохо бомбанули. Все, сделали мы его. Давайте, наверное, сейфом. Опа-на, а с какого перепуга у скунса было уклонение? Неужели... у него так сильно оно развито. Давайте подлечимся маленько. Так, свинюшка, ты молодец. Ага, этот тут своей магией владеет. Давайте, наверное, Бакс Банни сейчас мы всыпем. Вот так вот, хорошо. Скунс атакует моего Сильвестра. Ну, мы тоже в ответочку сейфом-то ему по голове дадим. Эх, что ты делаешь такое? Так, повышение крит удара, вот что значит. Ага, понятно. Давайте кнутом пса. Да-да-да, по тебе именно достанется сейчас. Не делай такую моську. Давайте, наверное, гипноз. Потому что он массовый. И как раз нам это сейчас нужно. Все, пока у нас все хорошо. На-ка, получи, собака.
Ну и остался у нас только скунс. Блин, да что такое? Посмотрите, уклонение за уклонением. Снижение атаки мы сделали. Давайте наковальней. Нет, действительно, ребят, это какая-то ерунда получается. У него уж очень сильно развито уклонение. И ничего не действует. Ну, аппарат быков добил все-таки. Получаем 3 звезды, соответственно, ящик. 3 карточки. Ну, хорошо. Давайте, наверное, его поставим в банк. Да, у нас тут как раз 2 ячейки свободно. Одна будет уже забита. И охрану. Если честно, я до сих пор не понял, зачем здесь мы делаем охрану на этот сундук. В чем как бы суть? Вроде бы ничего им от этого не прибавляется, но также и не убывает. Ага, они сделали опять у меня задание. Давайте посмотрим с вами карточки, какие нам достанутся. Ага, свинюшка. 2 карточки, это хорошо. Дальше у нас будет... Опа-на! Скунсик нам достался, ребята. И еще один. Ух ты, ребят, нам еще одну карточку, и мы с вами откроем нового героя себе. Это довольно хорошо. Давайте им задание дадим. Так, иди на север давай. А ты восхищайся собой. Элмер там ползает с пушкой со своей. Ну что, вроде бы все, да? Хотя, вон там, смотрите, у Пиги было задание. Ну, мы сейчас с вами по-быстренькому сделаем еще один бой. Алисия, да, значит? Слушайте, ну я думаю, вполне мы должны справиться. У нее силы 4615, у нас, как обычно, за 5000. И мы приступаем к очередной битве мультяшек. Давай, давай, не томи меня, Банни, прогружай быстрее. Так, отлично. Слушайте, по-моему, мы в прошлый бой точь-в-точь такая же была формация и такие же персонажи. Так что обязательно должны здесь победить. Так, отлично. Ух ты, только здесь мы его сразу почему-то победили. Этого страусенка. На-ка, получи. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Потому что лечиться еще пока рано. Что ты ржешь? Можете кнутом дать, а? Чтоб больше не смеялся. На-ка, ух ты, какой он сильный. Не пробили мы его сразу. Давайте сейчас попробуем. Все. Мы его победили. Банни, соответственно, делает массовый удар своим подарком. Пиги, давай-ка мы, наверное, подхилимся. Вот так оно будет лучше. Ну и продолжаем бить. А ну-ка, получи. Так, Элмер, давай-ка, наверное, мы так вот сделаем. Да что ж такое-то, а? Ну посмотрите, уклонение за уклонением. И здесь тоже. Оу, это очень плохо. Давайте тогда Банни будем с вами бомбить. Елки-палки, Сильвестр очень и очень в критическом состоянии. На-ка, промах. Замечательно просто. Давайте-ка мы сделаем вот так. Провокацию, потому что у Элмера полностью ХП. Пускай они лучше его атакуют. Хотя, возможно, мы здесь уже и победим. Остался только Банни. Так, ну давай, свинюшка, добивай его. Вот так, отлично. И наша победа. И опять же 3 звезды. Получаем с вами сундучок. И как раз у нас есть место, куда его поставить. Это последняя ячейка в банке. Сейчас мы ее туда и активируем. Так, давайте вот сюда. Ну что же, все хорошо. Давайте выставим охрану. Непонятную для чего. Может быть, они от этого качаются. Хотя вряд ли. И у нас тут, смотрите-ка, задание мы выполнили. Ух ты, мы еще и уровень повысили до 6-го. Получили энергии. Отлично, все. Все идет хорошо. И у нас еще есть рулетка, ребята, а также есть сумочка. В ней мы сможем построить сейчас какое-то задание. Ага, нет, не здание. Мы сможем улучшить с вами. Давайте тогда апгрейдим. Это дом у нас Сильвестра, да? Да, Сильвестр-ковбой в этом домике живет. И получаем с вами, опять же, карточки. Вот, ребята, и мы с вами открываем нового персонажа себе. Отлично просто. Кто следующий у нас?
Так, Пиги. И еще один раз мы можем крутануть. Получаем. Опа-на. Сильвестр. Такого тоже персонажа у нас пока нету. Давайте заберем здесь. Опыт 20. И мы сможем открыть с вами... Подождите, а где у нас Скунсик? Ага, вот он. Пепе Лепью. Ну прям француз какой-то. Что же, отлично, ребята, у нас новый персонаж. Потом мы посмотрим, что он умеет делать. Так, шарм, смердящий скунс, настойчивость, камамбер и лямур. Ну прям такой, знаете, любовник какой-то. Француз. Ладно. Так, Пиги, спасибо тебе за всякие штучки. Давай-ка иди, собирай дальше. Так, ну что у нас тут еще? Я ведь знаю, что кто-то еще сделал задание, но прячется от меня. Не хочет показываться на глаза. Мне еще интересно, когда у меня откроются вот эти новые карты, а? Новые локации. Уж больно мне интересно узнать, что там. Может быть, когда мы здесь все с вами застроим полностью? В том случае. Давайте-ка повысим уровень своему ПП. Так, сколько у нас? Отлично. 5-й уровень он получает. Денежек, конечно, у нас очень мало. Всего 130 монеточек. Особо сильно не разгуляемся мы здесь. Да, чтобы домик ему построить, нужно 300 монет. Надо как-то копить их. Как же он у нас будет так ходить без домика? Ну, это не дело. Вроде бы как все, да? А, нет, смотрите, ребята, они уже сделали по заданию. Так, давай, Даффи, иди делай дальше. Сильвестр, тоже не сочкуй. Давай, отправляйся. Ну, теперь вроде бы как все, да? Давайте ускорить. 3 кристалла. Не будем мы тратить кристаллики, у нас их и так мало, всего 300 штучек. Так, Сильвестр, ковбой, который у нас вяжет лассо. 2 часа он будет собирать вот этот бонус, который мы сейчас только что ему дали. Просмотр улучшений. Ну, это пока нам не надо. Ну что ж, давайте следующую атаку мы с вами сделаем. Ну, я думаю, вполне сгодится. Это у нас 3-й бой, и опять у нас та же самая комбинация персонажей. В общем, я думаю, сейчас все будет хорошо и без проблем мы победим, получим еще один сундук. Но единственная загвоздка, что у меня нету свободного места, и, возможно, нам придется его открывать уже на месте. Да-да-да, я понял, ты начинаешь с урагана. За это ты, наверное, поплатишься. Интересно, сразу же его победим или нет? Нет. Оу. Ну-ка. Опа, очередной супер танец. Траванули, да? Да, всех причем. Но... Так, Банни, хватит уже своими подарками. Я знаю, что там у тебя спрятано, так что ты меня не удивил. Давайте подхилимся маленько. И... Да что ж такое-то? Пес, успокойся. Давайте, наверное, мы с вами, скорее всего, вот так вот сделаем. У Элмера, как всегда, вы знаете, много жизней. Плюс у него есть собственный отхил. Так что пускай они атакуют его. Ну не надо же так сразу-то, елки-палки. Вы чё, ребята? Потише бы хотя бы начали-то. Давайте огреем. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, что победим, но нет. Ну сейчас уже, конечно, победим. Все, давай, Элмер. Делаем, наверное, с вами рикошет. Так, отлично. Ух ты, ну попали, надо же. Я думал, сейчас опять будет промах. Но все удачно. Так, что тут у нас такое было? Какой-то небольшой глюк. Ну, он пока нам не помешал особо сильно. Ну что же, Свинтус, добьешь, нет? Нет, к сожалению, он не добивает. И я думаю, Элмер тоже не добьет. Но Скунс свое дело сделает, однозначно. Да, и победа за нами. 3 звезды, очередной сундук, который нам придется, естественно, сейчас и вскрывать. Да, он стоит, по-моему, 30 кристаллов, если я не ошибаюсь, да? Это довольно дорого. Но выбрасывать мне его тоже жалко. Так, и что нам достается из него? Так, монетки, опыт и плюшечки, да?
для улучшения зданий. Хорошо. Так, ладно, у нас с вами есть три карточки. Давайте мы крутанем рулетку и посмотрим, что нам достанется. Опа-на! Ёлки-палки, ребята, мы открываем с вами еще одного персонажа. Это будет Сильвестр. Так, карточка на пипе. И последний раз мы крутим, опять карточка на пипе. Ладно. Что ж, это хорошо, давайте с вами посмотрим, что там будет за персонаж. Так, Элмер, иди дробовик свой чисти. Вот, отлично. Давайте открывать и будем смотреть, кто же там у нас. А, подождите, тут у нас еще улучшение домика, да? Ага, вот, ребята, парфюмерия. Да, конечно, это домик Пепе, нашего француза. Ну, а теперь открываем нового персонажа. И это у нас Сильвестр-фотограф, сбалансированный практичный кот. Вот он, значит, как, да? Ясно все. Ну что же, это хорошо, да, ребят? Мы потом, наверное, в следующей серии уже посмотрим, что он из себя представляет, какие у него там скиллы, что он может делать. Пока у нас здесь ничего сделать больше нельзя. Ну, естественно, только если идти и, опять же, драться. Так, отлично. Вон сколько всяких персонажей здесь. Ага, очень даже много. И бабушка какая-то, и ковбой, и разные тут... Очень разные скины у них у всех. Ну что же, ребята, на этом тогда я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока.